10 марта в Казанском федеральном университете стартовал отборочный этап 5-го сезона международного чемпионата по решению кейсов в области нефтегазового дела. Кейс-ин – единственный в России федеральный кейс-чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Эффективный инструмент передачи будущим специалистам-инженерам практических знаний, опыта и новых компетенций. Чемпионат включает 5 направлений – электроэнергетика, горное дело, геолого-разведка, металлургия и нефтегазовое дело. Принимая участие в чемпионате, студенты включаются в решение реальных проблем промышленных предприятий, перенимают бесценный опыт выдающихся профессионалов и имеют возможность еще на студенческой скамье выстроить свою карьерную траекторию. Дело в том, что стратегическим партнером чемпионата КСН является компания «Татнефть». И кейс разработан специалистами компании «Татнефть», посвящен в этом году он Новоилховскому месторождению в Татарстане. С точки зрения компании «Татнефть», наше участие заинтересован в том, что компания заинтересована в привлечении высококлассных специалистов. Из-за этой молодежи будущее, они будут формировать новые направления движения в нашей отрасли, в нашем деле. Чемпионат представляет собой соревнование, в ходе которого командам необходимо решить инженерный кейс, подготовленный по материалам ведущих отраслевых компаний, и защитить свои идеи перед экспертной комиссией, состоящей из числа представителей отраслевых компаний, научных и образовательных организаций. Стоит отметить, что многие предприятия нефтегазовой отрасли нуждаются в специалистах-инженерах, которые могут мыслить нестандартно, предлагать новые методики и являться локомотивом экономики. Этот чемпионат – возможность для студентов встретиться с работодателями. Современные нефтегазовые компании зачастую нуждаются в кадрах и признают это. Они воспринимают чемпионат как шанс встретиться с лучшими умами. Для этого разработана специальная методика, которая заключается в объективной оценке уровня подготовки наших участников. Для их выявления формируется независимая экспертная комиссия, в состав которой входят представители компаний-партнеров чемпионата, представители университетов. Некая такая тренировка для этих молодых ребят, как они будут двигаться в будущем в карьере. Потому что очень важно человеку быть не только специалистом, но важно ему, скажем, уметь представлять себя, свой проект, рассказывать, да, увлеченно свой показать как-то, да. Остается лишь добавить, что победители отборочного этапа приглашаются к участию в финале чемпионата, который пройдет в Москве. Там они поборются за статус лучших инженерных студенческих команд, за предложение о прохождении практик и стажировок в ведущих отраслевых компаниях. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Артем Зуглов, Универньюз.